Вы в курсе, что одаренные школьники Краснодарского края получают премии? В список получателей входят победители различных олимпиад, научно-исследовательских, творческих и спортивных состязаний. А в Сочи таких тысячи. Здравствуйте, я Инга Габеша, и на канале ФКТ «Время» программы «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Научный труд о прививках, словарь авторской лексики, удивительные роботы и даже гаджеты собственного производства и новые компьютерные игры. Всем этим занимаются сочинские школьники. У многих есть звание «Юный гражданин города Сочи». А большинство этих начинающих математиков, экологов, лингвистов, программистов – воспитанники Центра творческого развития и гуманитарного образования города Сочи. Как педагогам этого учреждения дополнительного образования удается не просто заметить талант, но и развить его? Ответить на этот и другие вопросы мы попросим директора Центра творческого развития и гуманитарного образования города Сочи Александра Турсунбаева. Здравствуйте, Александр Мурович. Добрый день. Сейчас модно говорить «одаренные дети». Есть масса конкурсов творческих, математических, где ребята могут отличиться. Вот часто встречаются такие дети? И что вообще, по вашему мнению, одаренный ребенок? Когда мы начинали 15 лет назад создавать наш центр, мы говорили, очень часто говорили о таком понятии, как одаренный ребенок. На сегодняшний день мы уже более осторожно произносим эту фразу. Мы говорим с признаками одаренности. Но, во всяком случае, сейчас нет четкого представления о том, кто же такой одаренный ребенок. Поэтому мы будем говорить вот на сегодняшний день о детях с признаками одаренности. То есть они проявляют определенные способности нестандартные в тех или иных областях творчества, научно-технического творчества, интеллектуального творчества, художественного творчества и всего остального. Для нас одаренный ребенок – это тот ребенок, который обладает определенным багажом знаний, который хочет учиться, и у которого есть стремление к определенной социальной адаптации. То есть вот комплекс, некий комплекс таких качеств, как, когда ребенок приходит к нам, это происходит некий выбор. То есть мы не занимаемся, честно говоря, к сожалению, поиском детей. Дети, которые приходят к нам, это дети, вот, которые стремятся получить новые знания, для которых школьный курс – это уже пройденный этап, и им хочется выйти из границы учебника. Я считаю, что это дети действительно с признаками одаренности. Ну и немало их, судя по количеству обучающихся в центре. Нет, конечно, несмотря на все, что сейчас говорится о системе образования в России, несмотря на то, что сейчас говорится о молодежи, я очень часто привожу факт, который мне как-то еще в детстве попался, прочитал в газете, что в Египте нашли манускрипт, в котором было написано о том, какая плохая молодежь у нас растет. С того времени прошло 2000 лет, и каждое поколение молодежи у нас плохое. Поэтому я скажу, что даже вот сейчас, когда все вроде плохо, систему образования ругают, а учителя плохие, дети плохие, на самом деле все это не так, все замечательно. И очень много детей, которые действительно учатся не для того, чтобы получить оценку, а для того, чтобы получить знания, для того, чтобы потом эти знания, в общем-то, в принципе, использовать на практике. То есть сейчас появилось очень много возможностей для ребят в любой сфере деятельности найти себя. Поэтому вот школа – это как некий толчок, и многие это очень понимают. Молодежь сейчас стала очень практичной. Из всего наследия, которое оставила нам Олимпиада для образования, особенно для сочинского образования, самое главное наследие – это центр «Сириус». В «Сириусе» очень много хороших педагогов, которые приезжают со всей страны. Это очень крупные образовательные центры, такие как Московский физико-технический институт, наш МФТИ, Санкт-Петербургские, все вузы. Они очень хорошо нам помогают. Мы их привлекаем для работы с нашими детьми. Здорово. И это уже значит, что мы не должны ехать куда-то или как бы дистанционно там как с кем-то работать. То есть вот все эти педагоги с нами работают, с нашими детьми. И плюс ко всему, те дети, которые у нас побывали в Сириусе, вот, это очень большой заряд. Вот вы говорите, одаренные дети, вот они там собираются все вместе, когда? То есть там своя своеобразная аура. И когда они туда приехали
пообщались между собой, получают такой импульс, что они потом приходят и говорят родителям: а почему ты меня не заставляла раньше учить физику или математику или там химию? Я когда первый год вел информатику в нашем центре, на первом же занятии я дал объем материала, который давал в школе за полгода. И, то есть вот настолько интенсивный процесс, который идет сейчас на занятиях с детьми, которые вот, проявляют признаки одаренности, да, они хватают все, им нужно все, они как бы все это быстро делают, они все это нормально, все у них происходит. Когда им интересно, они все это делают быстро. Вот. Вот сейчас вы, да, упомянули информатику. В вашем центре, помимо детей с признаками одаренности, занимаются и просто со школьниками, готовите их к различным конкурсам, олимпиадам. Вот по каким направлениям и что больше востребовано в вашем центре? По всем практически направлениям, но так как я сам заканчивал физико-математический факультет, я учитель математики, физики и информатики, то в большей степени я даю предпочтение все-таки точным наукам, потому что считаю, что если ребенок освоил математику, для него любой предмет из гуманитарной сферы, из другой, это, в общем-то, достаточно проще будет пройти. Потому что даже исторически доказано, что многие математики, физики становились или по совместительству были поэтами, художниками, творческими людьми. Но ни одного гуманитария никогда не стало математиком. Поэтому я говорю, что лучше всего, если вы будете заниматься физикой, математикой, все остальные предметы будут вам даваться легко. Вот. И это направление для, действительно, у нас сейчас самое такое интересное, приоритетное для нас. Мы действительно очень много делаем для того, чтобы привлекать туда, помимо наших педагогов, еще и педагогов из ведущих образовательных центров. У нас очень хорошее взаимодействие с физтехом нашим московским, откуда приезжают к нам преподаватели. Они являются членами Центрального оргкомитета Всероссийской олимпиады по физике, по математике. И помимо у нас как бы получается тройная система. То есть по всем предметам, которые ведутся у нас в школе. А у нас есть все предметы, кроме ОБЖ и физкультуры в центре. Вот по всем предметам мы как бы действуем таким образом. У нас есть обязательные условия при поступлении в наш центр, что вы должны знать школьную программу по данному предмету. Для этого у нас есть, мы проводим тестирование вступительное. Если вы хорошо освоили школьную программу, мы готовы вам предоставить следующий пласт знаний по данному предмету. То есть наши педагоги дают углубленные расширенные программы для того, чтобы дальше пойти ребенку, и он должен показать где-то свои знания, он должен участвовать в интеллектуальных конкурсах. Для этого существует великое множество олимпиад и конкурсов. У нас в этом году впервые за всю историю города Сочи трое наших детей из шести участников от Краснодарского края, трое детей по физике. Это были наши дети. Иванова Светлана, Гусев Петр и Харужий Кирилл. Они представляли команду Краснодарского края на финальном этапе Всероссийской олимпиады по физике в городе Казани. Значит, Харужий Кирилл у нас стал призером. Он три года к этому шел, три года мы его готовили. Это несмотря на то, что у нас очень хороший гуманитарный цикл предметов развит. Это и физика, то есть это и русский язык, это и обществознание, это и французский, немецкий, английский языки, которые мы преподаем с дошкольного возраста. То есть, в принципе, каждый ребенок, который хочет получить хорошие, добротные знания по предмету, Для него, в общем-то, все возможности есть в нашем центре. То есть, выстраивая образовательный процесс, можно сказать, что вы не следуете общепринятым стандартам? Достаточно интересная у нас система, к которой мы сейчас пришли. Мы же начинали работать как центр для одаренных детей, для старшеклассников. И начинали с 9, 10, 11 класса. А когда поняли, что уже 9, 10, 11 класс – это дети с определенными сформировавшимися навыками, которые не могут перестроиться, допустим, на решение олимпиадных задач,
мы поняли, что нужно спускаться вниз. И таким образом дошли до дошкольников. И сейчас у нас наши ребята проходят весь цикл от дошкольного обучения до 11 класса. Но единственное, что до этого года мы первый класс не принимали, потому что мы считали, что у них идет адаптация в школе, им тяжело будет еще после школы заниматься дополнительным образованием. Поэтому только в этом году мы включили первый класс, потому что действительно вот это звено тоже теряется. И сейчас у нас идет сквозная программа, начиная дошкольного возраста. Потом они переходят в первый класс. Наша у нас очень интересная в этом году программа развивающего обучения для первоклассников. И по этой системе они идут 4 года. Если сравнивать со школой, да, то у нас немножечко другая задача. При подготовке к олимпиадам педагог нужен не для того, чтобы научить ребенка решать олимпиадные задачи, а для того, чтобы контролировать процесс решения, вернее, направлять процесс решения. Но мы уже поняли, что среди ваших воспитанников очень много отличников учебы. И вот в этом году 20 сочинских школьников были приглашены на губернаторский бал. Ну, это те же победители конкурса и олимпиад. Вот среди них были ваши да, детки? Да, конечно, обязательно, да. Ну, во-первых, я говорю, что это те ребята, которые стали призерами региональных этапов всероссийских олимпиад. Они стали участниками финального, заключительного этапа всероссийских олимпиад. А это у нас и биология, и физика были, и иностранные языки. То есть вот у нас перед губернаторским, вернее, в ходе подготовки к губернаторскому балу, у нас же прошел и наш городской прием отдаленных детей мэром, главой города Сочи. Вот. И мы отвечали там за составление части, так сказать, интеллектуалов, потому что туда приглашаются победители в спортивной области, в творческой области и интеллектуальной области. Вот у нас более 100 человек, это наши воспитанники, которые стали участниками этого мероприятия, которые действительно достигли очень больших, хороших результатов именно в интеллектуальных соревнованиях. Естественно, как бы самое-самое лучшее, они стали участниками губернаторского приема, да, это практически все наши воспитанники, и это очень приятно, потому что, ну, я всегда говорю, что без школы мы бы не достигли таких результатов никогда. Побывать на губернаторском бале – это очень почетно. Предлагаю посмотреть, как это было. Юноши и девушки приехали из всех районов края, чтобы пройти парадом по главной городской улице Красной. После торжественного шествия отличников учебы, победителей олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований с окончанием школы лично поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Вас в жизни ждет море соблазнов, но и море возможностей. Я уверен, вы сделаете правильный выбор. Вам изначально многое дано. Вы родились, выросли, учились в самом лучшем крае. У вас были самые лучшие наставники и учителя, самые замечательные и заботливые родители. И всегда помните, где бы вы ни учились, кем бы вы в жизни ни стали, вы всегда будете нужны своему краю, а наш край будет всегда нужен вам. И чем профессиональней вы станете, тем сильнее и богаче станет наша Кубань. Друзья, дерзайте, побеждайте! Ваше время пришло. Хорошей приметой в этот праздничный день считалось сделать селфи с губернатором, поэтому Вениамина Кондратьева выпускники долго не отпускали. Бывшие школьники шутили, что такая фотография – отличное начало взрослой жизни. Ну и, конечно, гвоздем программы стали танцы от классического вальса до зажигательной сальсы. Слово сказать, что да, среди ваших интеллектуалов есть и юные журналисты. Да, да, да. И они, кстати говоря, ежегодно становятся победителями. Есть такая у нас региональная олимпиада по журналистике. И они становятся каждый год победителями. То есть вот это очень интересно. Самое интересное то, что вот в принципе получается, что для детей у них же важен результат сейчас.
То есть, когда мы им говорим, вот ты отучишься 11 классов, поступишь в институт, и только потом будешь хорошо зарабатывать, получишь хорошую профессию, будешь хорошо зарабатывать, им хочется сейчас. То есть, им нужно чувство успеха именно сейчас. Поэтому вот, начиная даже с дошкольного возраста, проводим конкурсы. Почему очень важно проводить конкурсы? Ребенок должен получать удовольствие от того, что он научился, и вот он результат. Он стал победителем. Вот, этот конкурс «Я исследователь», который мы проводим для дошкольников, и олимпиады для младших школьников по информатике. И начиная с 5 класса проводятся олимпиады по математике. И дальше идут уже каждый год уже все больше и больше, больше олимпиад. То есть ребенок может вот понимать, да, вот он получил знания, вот он их применил, и вот результат. Он, наверное, в этом секрет такой популярности вашего центра в городе. Да, да, потому что вот получается, есть у нас пестрые сороки, да, ну, занимаются они, но им же важно, в общем-то, в принципе, и результат в виде некого соревнования, да. Вот мы проводим пеструю сороку. Причем пеструя сорока, она же уже вышла за пределы города, она уже не муниципальный конкурс, она уже, в общем-то, привлекает к себе со всего региона участников. Это раз, а во-вторых, мы уже вышли на факультет журналистики Кубанского университета, и декан факультета, и педагоги уже у нас как бы в членах жюри, они приезжают, участвуют активно, мы участвуем активно в их мероприятиях, они вот красная строка, у них такой есть региональный конкурс по журналистике, проводит Кубанский университет. Мы там участвуем. То есть ребята постоянно в общении с другими детьми. Да, вот, то есть не замыкаются на неком своем кружочке. Да, вот самое главное – выходить всегда. То есть выходить, сравнивать себя. Вот, в принципе, популярность, да, наверное, из-за того, что вот они не сидят внутри, они постоянно где-то общаются, с кем-то общаются, постоянно где-то участвуют во всех этих мероприятиях. Александр Умарович, ну, стоит сказать, и, наверное, без преувеличения, что образованию в крае уделяется большое внимание. И, наверное, один из показателей – это суммы, которые выделяются на инновации в этой сфере. В прошлом году это были 400 миллионов рублей. О том, что образованию в крае нужно всячески уделять внимание, говорил губернатор края Вениамин Кондратьев на краевом педсовете. Вот предлагаю посмотреть наш видеоматериал. 70 новых автобусов разъедутся во все районы Кубани. С таким подарком перед началом года педагогов и их учеников поздравил губернатор. Мы сегодня делаем реальные шаги, чтобы детство на Кубани было безопасно, чтобы школьники на Кубани могли в нормальных условиях добираться до школы и возвращаться домой. На самом деле школьные годы должны остаться чудесными. А школьные годы – это не только процесс обучения, воспитания, это не только праздники школьные, это, конечно, и дорога в школу. Какова она будет, дорога в школу, на самом деле зависит сегодня от нас. И она должна быть безопасной, дорога в школу, потому что она тоже часть воспоминаний о школьной жизни. Насколько удобно ученикам будет добираться на занятия, Вениамин Кондратьев проверил лично и проехал в одном из автобусов. Хороший современный автобус, хороший, комфортабельный для детей, но что еще лучше надо? Холод. По пути заодно поговорили с учителями о системе образования в регионе, но основные проблемы затронули уже на краевом педсовете. В числе первых задач для власти сегодня поднять зарплаты школьных педагогов, заявляет глава региона. Да, сложно. Но тогда нет смысла говорить о том, чтобы вы повышали свой уровень образования, чтобы вы жили своими учениками, их проблемами в том числе, если у вас собственные проблемы не решены. Коллегам своим обращаюсь, давайте подумаем о бытовых преференциях для учителей. Должны быть какие-то льготы, которые позволяют им ощущать, что они стоят на социальной площадке, которая позволяет им нести гордое имя учитель. Они учителя, и на них смотрят дети. Собраться в преддверии учебного года для обсуждения самых острых вопросов на Кубани уже стало традицией. Но в этом году педсовет проходит в новом формате. В зале около 1000 директоров школ, учителей и представителей родительского комитета. Еще около 4000 смотрят трансляцию на местах в своих муниципалитетах. В роли модератора вице-губернатор Анна Минькова. Разговор не о достижениях и успехах в образовании края. Сегодня говорят больше о проблемах и их решениях. Нельзя нам доводить систему образования до того состояния, чтобы ее нужно было жалеть. Ее нужно поддерживать, она должна работать. Мы на нее обязаны опираться, потому что эта система готовит будущее.
И чтобы в будущем не пришлось жалеть, как можно скорее нужно решить вопрос с дефицитом школ, уверен Вениамин Кондратьев. Количество учеников с каждым годом растет. И только по самым скромным подсчетам уже через 10 лет понадобится более 200 тысяч новых мест. А значит, строить полноценные школы уже нужно сегодня, настаивает губернатор. Сегодня проблема пойти учиться в школу в пешей доступности от жилого дома. Мы сегодня идем по пути типовых школ. И вот эти хотелки, какую хочу, такую наверчу, не пойдет. Одна за 2,5 миллиарда школ, а другая за 500 миллионов. У нас есть сегодня, и прошли согласование уже Минстрой и России, 3 типовых школы на 400 мест, 500 и 1100. И вот всякие отговорки, что она не привязывается к участку, мною приниматься не будут. Поэтому давайте не будем играть в новые какие-то проекты. Коллеги, вот прошу не предлагать. Не надо. Для меня все дети равны. Что в краевом центре, что в отдаленной станице или хуторе. Все. Давайте всем нашим кубанским детям дадим равные условия заниматься в современных, хороших, качественных школах. Вместе с тем нужно решать вопрос, кто в построенных школах будет учить детей. Педагоги должны быть современниками своих учеников. В эпоху гаджетов и интернетов доски и мела уже недостаточно. В этом году край впервые получит из федерального бюджета более 400 миллионов рублей на инновации в сфере образования. А значит, особое внимание нужно уделить повышению квалификации учителей. Школа – это не просто уроки математики и русского языка, а о работе учителя нельзя судить лишь по высоким баллам на ЕГЭ. Куда важнее, считает губернатор, воспитать думающего школьника, который после будет востребованным специалистом. Ведь личности формируются еще в стенах школ, лицеев и гимназий. Здесь ученикам дают жизненные ориентиры, а учителя служат нравственным компасом. Но эта работа должна вестись с каждым ребенком, и не только во время уроков. За академическим балом давайте все-таки не потеряем троечников или хулиганов. Это активные волевые ребята и девчонки. Так давайте их не будем отгораживать. Давайте их не будем загонять на последние парты или ставить в угол. Дайте им возможность развиваться там, где они способны, заниматься спортом. Переведите их активность в другую плоскость. Школа должна быть центром жизни вот того микрорайона или населенного пункта, или поселка, или райончика, где она находится. Там можно развить и спортивные секции различные, и в зале делать и единоборства, и игровые всякие мероприятия проводить. Нам же главное, чтобы детей-то с улицы-то убрать. Это основная задача. Школы не должны быть закрыты во внеурочное время. Этот педсовет можно сравнить с хорошим уроком. Отличившихся в подготовке к новому учебному году наградили почетными грамотами. Не обошлось и без домашнего задания. Министерство образования и Министерство финансов Вениамин Кондратьев к следующему педсовету поручил разработать программу поддержки молодых учителей. А педагоги нашего Сочинского центра творческого развития и гуманитарного образования, вот им удается быть современниками своих учеников? И какую замену они находят мелу и доске в эту эпоху гаджета, вот как выразился губернатор? Вот, честно говоря, я вам скажу таким образом. Замены мелу и доске меловой по математике нет. Вот у нас даже приезжают наши педагоги в ФТИ. У них уже не мел, у них такие, знаете, маркеры меловые. Да. Вот, но они все равно. Первый вопрос, это мне нужна доска и мел. Угу. Это физика, математика. От этого уже никуда не денешься. Хорошо, это образно говоря, это замену образно доски говоря. И мелом. Все же как им удается оставаться интересными своим ученикам? Ну, во-первых, интересным для своего ученика становится тот человек, который очень много знает и который может дать. По математике и физике мы с вами понимаем, что математика, да, она вот как бы такая стабильная наука. По физике, честно говоря, очень многие наши педагоги, которые работают с детьми, используют подручные средства, не обязательно это гаджеты. Больше интерес вызывает, ну, вот мы проводили олимпиаду Максвелла, есть такая олимпиада Максвелла для 7-8 классов, вот, по физике, и проводили, где нужно было проводить эксперимент, с обычными елочными шариками. Когда их нужно было наполнять водой, определять, значит, объем этого шарика. То есть для ребят, как бы вот даже возня вот интересные поставленные задачи и интересные подобранные подсобные материалы, они тоже вызывают интерес. У нас есть замечательный педагог, который тоже из Москвы, который привозит вот просто два чемодана вещей, которые он ищет, ну, на свалках, будем так говорить. Вот. И когда он вытаскивает обычный
шланг от пылесоса и гофрированную трубу и начинает ими размахивать над головой. Один шумит, гофрированный шланг, а второй шланг от пылесоса не свистит. Вот. Почему? Вот, то есть, здесь может быть совершенно. То есть, детям интересны люди, которые фанатеют от своей профессии, от своего предмета. Это раз. Во-вторых, естественно, человек должен быть, так сказать, на этой волне. Да? Ну вот сам Бог велел нашим информатикам знать все про новое программное обеспечение, про новую технику. Но самое интересное, самую большую популярность вызывает все-таки курс. У нас вот мы 2 года его подряд летом именно проводим и приглашаем туда тоже наших специалистов из Москвы в помощь нашим педагогам. Это когда ребята сами делают гаджеты. То есть вот они собирают из подручных средств. Ну, я не скажу, что полноценный, да, смартфон, но он есть. И под него делают некую программную оболочку, да, под Android. Вот. Это вот как бы самый популярный курс. Существует множество сейчас. Ну вот в школе они привыкли, да, там Basic, Pascal, а существует очень много графических средств программирования, в которые вот просто на просторах интернета даже в бесплатном формате можно поскачивать. Вот это все нужно знать, да? Вот и понятно, что все необходимые технические средства для обучения, которые на сегодняшний день есть, у нас есть в центре. Интерактивные доски, хорошие компьютеры, хороший интернет, с помощью которого можно дистанционно проводить обучение. Мы большое очень внимание уделяем тому, чтобы наши педагоги тоже, как и дети, не были в ограниченном пространстве, они должны всегда получать новую порцию мотивации к дальнейшему обучению. Да? Наши педагоги тоже должны учиться. Это самое главное, тогда они останутся на одной волне с детьми, и тогда они будут для детей интересны. Здорово. Пожелаем вам удачи в этом направлении. И что касается планов, приближается новый учебный год. Планов, как обычно, у нас громадье. Вот я, как уже говорил, мы запускаем в этом году новую программу для первоклассников. Очень хорошая программа. Она позволит ребенку действительно самостоятельно мыслить. Эта программа, которую мы запускаем, она подразумевает, что они должны будут также проводить и исследовательские работы. Мы закупили лабораторное оборудование по физике и по биологии для первого класса. То есть они будут проводить физические опыты. У нас очень интересная программа будет начинаться с 5 класса, когда вот ребята, окончившие начальную школу, начальный этап, они уже должны будут заниматься физикой, техникой. Мы закупили комплексы специальные физико-техника, и там уже у нас будет педагог, физик, будет вести с ними эти занятия. То есть первые физические законы и первые физические механизмы, они будут уже там создавать. Это вот что касается дальнейшего продвижения их по направлению к проектной деятельности. В 6 классе мы начинаем экспериментальный курс по физике. То есть в школах это 7 класс, физика начинает изучение, мы начинаем с 6 класса. Вот. И уже к 7 классу ребята будут немножечко, так сказать, больше знать по физике, чем все их остальные сверстники. Это позволит им легко войти в школе в этот предмет новый. Ну, в принципе, как бы сейчас еще дополнительно говорим о том, что мы готовы к тому, чтобы открывать даже группы для тех детей, которые находятся на семейном обучении. Огромнейшая работа, Александр Умарович. Я думаю, вы сейчас просто открыли многим глаза на наше сочинское образование, на высочайший уровень сочинского образования. Спасибо большое. Спасибо за беседу. Спасибо. Напомню, гостем нашей программы сегодня был директор Центра творческого развития и гуманитарного образования города Сочи Александр Турсунбаев. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий своего города и до встречи в эфире.